На конкурс дети читают стихи Шакиров Сергей, 7 лет. Город Ирбит, Свердловская область. Стихотворение «Береза», Сергей Есенин. Белая береза под моим окном перекрылась снегом, точно серебром. На пушистых ветках снежной каймой распустились кисти белой бахромой. И стоит береза в сонной тишине, и горят снежинки в золотом огне. А заря лениво, обходя кругом, обсыпает ветки новым серебром.